В ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль фронта 27 сентября 2020 года азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, позднее получившую название «Железный кулак». Bir sıra hakim yüksəklikdə nəzarətə götürür. Döyüş əməliyyatı davam edir və mən sizə əmin edirəm ki, qələbə bizimdir. Ordumuza köklü şəkildə yazılanların sayı 10 minlərlə insanı əhatə edir. Bu, xalqımızın öz dövlətinə sadiqliyini göstərir. Dağlı Qarabağ məsələsi bizim milli məsələdir. Карабахская война, продолжавшаяся 44 дня, завершилась окончанием почти 30-летней оккупации и восстановлением территориальной целостности Азербайджана. В этих боях Азербайджан добился больших успехов со значительно меньшими, чем у противника, потерями. Первоначально освободив от оккупации ряд сел и стратегических пунктов, азербайджанские вооруженные силы 22 октября полностью освободили на юге границу с Ираном и 23 октября начали продвижение в направлении Лачинского коридора. Все 44 дня войны Азербайджан наносил удары по армянской армии артиллерией, минометами и управляемыми ракетами. В ходе продолжающейся войны от оккупации были освобождены 4 октября Джабраил, 17 октября Физули, 20 октября Зангилан, 25 октября Губадлы и 8 ноября Шуша. Джабраил – бизимдир, Физули – бизимдир, Зангилан – бизимдир, Губадлы – бизимдир, Ағдам – бизимдир, Кәлбәджәр – бизимдир. Лачин бизимдир, Шуша бизимдир, Карабах бизимдир, Карабах Азербайджандир. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.